Зараженные овощи из Ирана пытались реализовать в Шымкенте. В крупной партии иранских огурцов нашли опасного вредителя – западного цветочного трипса. Это переносчик вирусных заболеваний культурных растений. На прилавке товар с опасными насекомыми, к счастью, не попал. 64 тонны огурцов были изъяты после контрольной проверки трех фур, следовавших из Ирана. А позже зараженные овощи утилизировали на полигоне. Предпринимателя оштрафовали почти на 80 тысяч тенге. Известно, что продукты он планировал продать на местных рынках. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что вредоносные насекомые, обнаруженные в импортных огурцах, не представляют угрозы для человека. А вот нанести ущерб сельскому хозяйству может существенный. В случае распространения вредитель способен уничтожить до 70% урожая. Если не уничтожить зараженную продукцию, то опасное насекомое может быстро распространиться. Вред от него очень большой. Он может нанести ущерб тепличным хозяйствам, плодовочным культурам в нашем городе.